Вот обезболивающий. Блин, ты ёбок. Все в порядке, Романа? Какой-то хуило захотел моих денег. Я разобралась. Что, кто-то с района? Назови хоть одного такого борзого у нас на районе. Слушай, нарисовалась проблема. Серьезно. Говори уже давай, что стряслось? Я, ну, задолжал Кирку. Если до завтра не отдам, он мне ноги переломает. А с ним вообще лучше не ссориться. Его картели прикрывают. Ты взял взаймы у Кирка? Он же ебаный ростовщик. Каждая крыса в Хейвуде это знает. У меня это брат откинулся, надо было его встретить. Сам виноват, знаю. Когда же ты поумнеешь, Пепе? Надеюсь, у брата твоего все в порядке? Ну, пока вроде справляется. Так ты мне поможешь? Я поговорю с Кирком, а ты мне потом будешь должен. Правда. У него свои дела. Они терзают его душу. Я передам, что вы извиняетесь. И ходите в милицию. Я проверю. В прошлый раз мне хватило двух бутылок Симпсона. Не, да ладно, не может. Сегодня была у Хави в больнице. Слава богу, просто ребра поломаны. Пуля прошла на вылет. А что случилось? Полицейская облава. Пытались поймать каких-то дилеров. Доигрался, сынок, да? Он там просто стоял. Просто стоял, ясно? Эти скоты стреляли во всех подряд. Хави никогда этой гадости не торговал. Он виноват только тем, что у него темная кожа. Привет, Кирк. Есть дело. Ви, какие люди! Выкладывай, что тебе надо. Пепе просил с тобой поговорить.
А он сам что, стесняется? Так ты скажи ему, что я не кусаюсь. Пока что. А тебе хули надо? Сколько он тебе должен? Очень много. Точнее сказать не могу. Конфиденциальная инфа. Вот это да. Только не говори мне, что у ростовщиков появились принципы. Ну, блядь, прикинь, чудеса случаются. Перенеси срок. Он все вернет. Ему просто нужно больше времени. Я что, по-твоему, благотворительный фонд? Если ты занимаешь, то будь добр отдать с процентами. Он, блядь, знал, на что подписывается. Да из чего мне давать поблажки ебанатам, которые не держат слова, а? Дело не в нем. Просто я об этом тебя прошу. Ха. Ну, ты меня знаешь. Я человек деловой. Скажи, что мне с этого будет. Как обычно, услуга за услугу. Ты поможешь мне, я тебе. Хорошо. У меня как раз есть одна идея. Ну и что это? А ты глянь. Окей. Клевая тачка, да? Во всем городе таких всего 4. Одна у директора Рейфилда. Вторая у мэра Райана. Третья стоит в пункте проката. А четвертая? А четвертая скоро будет у моего клиента. Конечно, после того, как ты ее угонишь. После этого вы с Пепе будете в расчете? Само собой. Я свое слово держу, ты же знаешь. Все просто. Угонишь для меня этот... Рейфилд. Спешу долг Пепе. И тебе тоже что-нибудь подкину по доброте душевной. Мой человек Рик работает на парковке углей. Это клуб, где бывает хозяин Рейфилда. Каждый вечер пятницы он там как штык. Как только ты придешь, Рик выключит камеры, откроет ворота и вперед. Тебе останется только сесть в Рейфилд и укатить. Все просто. А этот твой Рик? Я доверяю ему как брату. На толковый план не похоже. А на что похоже? На то, что ты пытаешься найти лоха. Это не подстава, Ви. Ты же девка умная. Неужели не хочешь немного подзаработать? Кто владелец? Да какой-то японец из Арасаки. Приехал, раскидывается тут деньгами направо и налево. Как его зовут? Не знаю. Да и похуй. Мое дело искать редкости, а его тачка эпически редкая. Как ты себе это представляешь? Я влетаю под пузо этому Рейфилду, замыкаю провода и дальше еду куда хочу? Кирк, у таких машин есть сигналка. Очень хорошая. Вот этой вот хреновиной открывают двери в сервис-центрах Рейфилда. Она обходит идентификацию личности. То есть это ключ от всех Рейфилдов в городе? Да ладно, Кирк, ты ведь сам в это не веришь. Волшебники из Кабуки и не такую технику продают из-под прилавка. Укрепись в вере, сестра. Так что, ты согласна? Не забудь про наш уговор. Спокойно, Ви. Говорю тебе, ты на этом еще и заработаешь. Езжай в угли, это в Глене. Рик будет ждать тебя в гараже. Договоритесь с ним обо всем. Удачи, да. Если что, я всегда на связи. Буду голосовать за Пиралиса. Никакой разницы, чувак. Пиралис, Райан, все одна тусовка. Нет, Пиралис другой. Он через две улицы от меня же. Я тебе говорю, как только его выберут, корпораты по струнке ходить будут. Пусть выберут, тогда посмотрим. Не будет драться за пояс. Повести. Этот каброн лучший в своем весе. Ну, Смита и...
Нандоса-то он положил. А Кано его сделает. Вот увидите. И что? Японец? Какие долги? Тяжелый сукинсен. Да ладно. Так, блять, а чё это я не вижу? Ни лимонов, ни лаймов, а? Тут они где-то, точно. Подайте мелочи ветерану. На, держи. Спасибо, деточка. Помоги тебе Бог. Кибернетический Крикни Бог пожирает своих, своих детей. Санто. Пусть приготовятся. Да, падре. Ну надо же. Кого я вижу? Ви, давно не виделись. Не знал, что ты в городе. Да, дом, милый дом. Себастьян Ибара ничуть не изменился. Никто уже не называет меня по имени. Я и сам его почти забыл. Как дела, падре? Да все так же. В Хейвуде ничего не меняется. Ты лучше о себе расскажи. Вернулась из Атланты пару недель назад. Вижу, что дома тебя уже встретили. Как там, на Востоке? Расскажу как-нибудь. Мне сейчас надо по делам. Давай мы тебя подвезем, заодно и расскажешь. Маркус, поехали. Тебя куда? В Глен. Подбросьте меня к углям. К парадному? Нет, к черному входу. Я покажу, где встать. Маркус, ты слышал? Ну как тебе старый добрый Найт-Сити? Заказы есть? Тут немногое изменилось за последние 2 года. Это же Хейвуд. У него корни крепкие, и кровь их питает все та же. Ну, расскажи, как у тебя жизнь? Мелочь всякая, то тут, то там. Ничего крупного пока. Так что я справляюсь. Но спасибо, что спросил. Так что, Атланта оказалась не такой, как ты ожидала? У меня особо и не было ожиданий. Я просто надеялась, что там лучше, чем здесь. Не лучше. Может, это все и к лучшему. Черт! Останови машину. Что такое? Ничего. Оружие есть? Себастьян Ибара. Похоже, мне сегодня повезло. Чего тебе? Разобраться. Раз и навсегда. У меня к тебе хорошее предложение, папаша. Ты уебываешь свисты и ребят своих забираешь с собой. Я отдаю тебе Глен, и мы квиты. Можешь спать спокойно. Ха. Видишь, какой я добрый. Ну, папаша, что скажешь? Еще хоть одно слово. А ты не лезь, я тебя не знаю. Я тебя тоже. А это значит, нихуя ты тут не стоишь и нихуя не можешь. Ну, что-нибудь еще? Мне кажется, наш разговор подошел к концу. Берегись, падре. В этом городе легко поймать пулю. К тебе это тоже относится. Маркус, трогай. Рад, что ты не забыла свои корни. Держишься молодцом. Вокруг всегда полно таких недоносков. Они крутые, пока ствол не увидят. Что за чувак? Да неважно.
Через неделю его не станет, зато появится другой. Он угрожал тебе оружием. Верно. И он за это заплатит. Встань вон там. Да, спасибо. Дальше сама спущусь. Вот, на прощание. Твой номер? Может пригодиться. Вдруг мы с тобой еще поработаем вместе, как 2 года назад. Спасибо, падре. Мне пора. Ну, с Богом. Да чтоб тебя! Не место. Я на месте. Ищу твоего человека. Рик отличный парень, отвечаю. Доверяю ему как брату. Угу, ты уже говорил. Кирк, вижу машину. Твой час настал, малыш. Действуй. Ну, сейчас протестируем это чудо техники. Маловерный ты человек. Видишь, мы богаты. Теперь заводи тачку и позвони мне с дороги. Подскажу, куда ехать. Ага. Похоже, проблем быть не должно. Вылезай. А ты еще кто? Вылезай, блядь, живо! Водить умеешь? Вылезай. Ты чё творишь? Кетчинга. Не с места. Вы арестованы. Никуда не дёргаться. Поднять руки так, чтобы я видел. Медленно. Мордой в землю, сука, быстро. Джеки Уэллс. Мой добрый сосед. Так и не поумнел ни на грамм. Эй, детектив Стинс! Надо же, какая встреча. Инспектор Стинс. Один хрен. Погоди-ка. А тебя я тоже припоминаю. Давай, говори. До чего дошел прогресс? Говорящие псы
А ты вроде уехала в Атланту искать счастье. Похоже, не нашла, да? Я говорил, что у всей Хейвудской перхоти одна судьба. Тут рождаться, тут жить и тут подыхать. Я, как всегда, был прав. Чё молчишь, уёбок? Хорош болтать. Что теперь? Как что? Поедете искать счастье в колонию? Да ладно, инспектор. Тебе-то с этого что? Закроешь нас, посидим мы до суда, поплюем в потолок. Отдадут нам максимум пару месяцев. А может, и вообще отпустят, потому что в тюрьмах только стоячие места остались. Воры — это они. Простые уличные бродяги? Мы взяли их с поличным, мистер Фуджиока. Сейчас поедем в участок. Да нахрена это надо? У меня нет времени снимать показания и играть в следствие. Вы предлагаете их отпустить? Я предлагаю сломать им ноги, надеть наручники и бросить в море, чтобы не всплыли. Все это слышали? Бля. Чтоб вас всех. Вот честно. Там такая обстановка была. Я уж решил, что мы живыми не выберемся. Нет, Стинс бы так не поступил. Ты прямо уверена? Ага. Он же сам из Хейвуда. Пиджаков ненавидит так же, как мы с тобой. Просто делал, что должен был. И все. Если б не я, ты бы уже рассекала по городу на этой красавице. Да не переживай. Это дело пованивало с самого начала. Самопальному говну из Кабуки такая сигналка не по зубам. Ничего удивительного, что копы приехали. Ну, познакомимся по-человечески. Джеки Уиллс. Ви. А, погоди. Ты бываешь в Койоте. Уэллс? Как мама Уэллс. Ну, понятно, откуда я знаю эту фамилию. Все верно. Койот — это кабак моей мамы. Странно, как мы раньше не встретились. В Койоте я и получила заказ на тачку. От Кирка. Ты работаешь с этим обсосом? Пепе торчит ему кучу денег. Вот я за него и вписалась. Твой Пеппа, конечно, вообще. Прогнуться под такую гниду, как Кирк. Ты же слышал, что говорят. За ним стоят картели. Картели? Нет, нет. Я видел ребят из картелей и могу тебе гарантировать, ни один из них про Кирка даже не слышал. Этот каброн еще пожалеет, что подставил кого-то из Хейвуда. Я бы чего-нибудь заточил. Бамос. Заточил? Ага. Попробуешь чили моей мамы. Лучшее в городе. А чё, как по мне, это хорошее начало. Начало чего? Нашей дружбы. Мы просто два сапога пара. Ну давай, пошли. Я с утра ничего не ел. Еда — это хорошо. Пошли. Микрофона Стэнли, и мы с вами встречаем очередное незабываемое утро в городе мечты. Честно, я люблю Найт-Сити как родную мать. Правда, это такая мать, которая отдает тебе приют, а потом останавливает на улице и спрашивает: закурить не найдется? Каждый день сюда приезжает по 100 человек. Правда, через год от них остается только половина. И это если год был хороший. Зачем же они едут в Найт-Сити? Конечно, чтобы стать уличными самураями, как Морган Блэкхенд и Уайланд Бобо. Как говорится, чем выше риск, тем больше награда. Но в высшей лиге люди обычно не задерживаются.
Чем быстрее ритм твоей жизни, тем быстрее ты выгораешь. И тем больше шансов поймать пулю. Сами знаете, где сейчас большинство легенд Найт-Сити. На кладбище. К счастью, тут всем абсолютно насрать, с чего ты начинал и откуда приехал. Самое главное, какую дорогу ты для себя выбрал. Это Найт-Сити. Город мечты. Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Мелитеховский? Джек, это явно секретная штука для военных учений. Откуда она у тебя? Это Тибак. Она чутка поменяла там кое-что в коде. Зачем? Она типа крутая? Не, просто оно было не очень в ее духе. Сама увидишь. Нет, Джек, у нас мало времени. Давай потом. Потом, так потом. Маньяна, маньяна. Вакака сказала, как лучше выполнить этот заказ? Я тебе не мама. Тебе платят, ты и думай. Работа легчайшая. Я готова. Лифт. Пошли. Сандра Дорсет. Ее биомон пару часов как пропал с радаров. Похоже, ее похитили. Возможно, она уже мертва. Не знаю, успеете ли вы. Успеем ли мы, Бак? Я понимаю, ты не расхаживаешь тут с нами. Но мы все равно одна команда. Команда. Как мило. Бак, ты же все-таки наша поддержка. Нужна поддержка? Звони по телефону доверия. Она была жива. Ненавижу этих спасателей. Не тормозите. Надо взломать дверь. Сможешь обойти защиту? Не высовывайся. Давай быстрее, Ви!
тормози. Посмотри, кто... У Сандры Дорсет корпоративный иммунитет второго уровня. Она девочка из высшей лиги. А у этой зататеховские подделки с черного рынка. Такие в любой подворотне ставят. Это не она. Ищем дальше. Ви, не спать. Тут еще пендахос. Убери его по-тихому. Не торопись, Ви. Враги смотрят. Thank you.
вроде бы все. Thank you.
тихо мы еще никогда не работали. Не совсем в моем стиле, но все равно топ. Я всякое повидал. Но это... Это она. Наша цель. Мы успели? Она жива? Сейчас проверим. Ви, подключись к ее биомону. Проверим, что с ней. Выглядит она дерьмово. Она лежит в ванне, еще с одним телом. Их кинули, как куски мяса. Соберись, Ви. Если ее спасут, она ничего не вспомнит. Будет маленький шрам в подсознании, и все. Я слышала, те, кто такое пережил, страдают от приступов паники, хотя не знают почему. Пьешь такую холодную воду, и раз, руки начинают трястись. Ви, подключись к биомону, проверим, что с ней. Подключаюсь. Сандра Дорсет, NS570442. Платиновый статус в травме. Платиновый? Бля, к ней по первому чиху должны были приехать. Видимо, что-то блокирует сигнал. Могли ломануть биомон, поменять прошивку, запустить нейровирус. Караху, дебаг! Это тебе не VIP-клиника! Тут ванны со льдом и крюки с топорами! Значит, это что-то простое. Есть мысль. Проверь, в нейропорте нет щепки? Если есть, выдергивай, она заглушает сигнал. А это безопасно? Может, просто ее вынести? Она еле жива, ты хочешь ее угробить? Если есть внутреннее кровотечение или что-то еще, монитор это отловит. Вытаскивай щепку. Да, есть чип. Вынимаю. Проверь биомон. Что-то поменялось? Здравствуйте, Сандра. Если вы в сознании, лягте на бок. Ожидаемое время до прибытия скорой помощи к месту вашего положения – 180 секунд. Монитор сказал, травма будет через 3 минуты. Ваш страховой тариф покрывает 90% стоимости транспортировки и лечения. Попроси это. Вынимай ее из этой херни. Джеки, стой на стреме! Мало ли кто завалится. Всегда готов, Ви. Не ссы. Она уходит! Ви, что у вас там? Не молчи! Только этого не хватало! Джеки, инжектор! Лови, Чика! Вроде помогло. Фуэра, Чика! Выноси ее отсюда! О, крысы побежали с корабля. Наверное, засали связываться с травмой.
на землю! Пять шагов назад! Быстро! ТТ-133 центру. Получили пациентку НС-570442. Все, уходим отсюда. Лифт едет прямо на парковку. Круто. Где бы руки помыть? Так, ухожу из эфира. До скорого. Да бери, конечно, Джек. Только не привыкай сильно. Ты прямо моя спасительница, Ви. Может, подбросить тебя домой? Ну, давай. Я все равно уже никак. А, чуть не забыл. Позвони сейчас в Акака. Дай ей знать, что работа сделана. Ви, как все прошло? Клиентка жива-здорова? Конечно, жива и здорова. Мы же об этом договаривались. Замечательно. Твое вознаграждение ждет. Приходи, забирай, когда захочешь, хоть сейчас. Но мне кажется, сейчас тебе больше всего хочется домой. Правда, Уотсон отцепили. Везде полицейские кордоны. Если хочешь проскочить, придется поторопиться. Спасибо за инфу. Я к тебе скоро заеду. Говорят, копы отцепили Уотсон. Если я не хочу ночевать где-нибудь под забором, надо сваливать отсюда на полной скорости. Положись на меня, Чика. Я повезу. Джеки, Уотсон блокирует. Ты не забыл? А, точно. Блин. Мне кажется, или... Я и знал. У нас на хвосте висит фургон. Здесь гадов ли. Блин, мне это совсем не нравится. Это они! Их просто пута! Дави на газ, Джеки! Давай, Синги!
Прости. Ничего, потом разберемся. Надо сначала вернуться домой. Раз. Черт. Они явно решили не мелочиться. Уотсон блокирован, пока не будет дальнейших распоряжений. Меры безопасности. О, мадам! Какое счастье, что мы вас встретили, офицер. Серьезно? А что во мне так повахали? У вас доброе сердце. Только тот, у кого доброе сердце, поймет, как сильно я хочу вернуться к своей девушке. Да ладно, своей девушке? Ну да. Она с ума сойдет, если я к ней не приеду. Я обещал ей, что буду образцовым парнем. Она дала мне шанс, понимаете? Жаль, что так вышло. Да сами смотрите. Не идеальный гражданин, но, по-моему, вполне достойный. Пусть едут. Больше никого не пропустим. Ладно, проезжайте. Большое спасибо. Хорошего вам вечера, мадам. А ты ей понравился. Моя неподдельная искренность тронула ее сердце. Да. А что, я верный, дорожу отношениями. А главное, скромный, даже. Обычную облаку. Так потому что это необычные копы.